Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему стоит гулять с собакой чаще. Владельцам собак приходится выгуливать своих четвероногих любимцев независимо от погоды и собственного самочувствия. Иногда так не хочется выходить из дома, а питомцу нужно погулять. Теперь вам будет легче собираться на прогулку ранним утром или в неподходящую погоду. Представляем вам 5 причин гулять с собакой чаще. Прогулки с собакой полезны для здоровья. Первая и очень веская причина гулять с собакой чаще. Учеными было установлено, что риск развития гипертонии, ожирения, артрита и диабета у тех, кто ежедневно гуляет со своей собакой, ниже, чем у тех, кто этого не делает. Регулярные прогулки на свежем воздухе закаливают и укрепляют иммунитет как хозяина, так и его питомца. Прогулки с собакой снимают стресс. Вторая причина – в современном бешеном темпе жизни у большинства людей редко бывает время остановиться и медленно прогуляться по парку. Владельцы собак могут позволить себе эту роскошь 2-3 раза в день. Прогулки с собакой успокаивают и очищают голову, тем самым укрепляя нервную систему. Прогулки улучшают отношения между питомцем и хозяином. Третья причина – гулять с собакой чаще. Возможно, у вас с питомцем есть общие любимые места, которые вы посещаете во время прогулки, или вы всегда берете с собой игрушку, чтобы поиграть с собакой на свежем воздухе в ее любимые игры. А может быть, у вас есть своя программа тренировок, которую вы реализуете на каждой прогулке. Какой бы из этих вариантов ни был, во время ежедневных прогулок вы очень сильно сближаетесь со своим питомцем. Ежедневно активные прогулки с собакой позволяют хозяину поддерживать хорошую физическую форму. Четвертая причина. Старайтесь не только медленно прогуливаться с питомцем, но и играть с ним в активные игры, бегать, прыгать, учить его разным трюкам. Так ежедневное пребывание на свежем воздухе станет хорошим спортом и для вашей собаки, и для вас. Прогулки с собакой способствуют новым знакомствам. Пятая причина – гулять с питомцем чаще. Часто именно на прогулках владельцы собак находят своих единомышленников, таких же любителей лающих. Кто-то даже после таких знакомств организует целые компании владельцев собак, которые все вместе в одно время гуляют со своими питомцами. Так и собаки находят новых друзей, и сами хозяева. Гулять с собакой нужно и важно как можно чаще. Регулярные прогулки с питомцем на свежем воздухе улучшают самочувствие и владельца, и животного, помогают им обоим поддерживать хорошую физическую форму, снимают стресс, сближают и позволяют заводить новые знакомства. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!